Всем привет! Недавно у меня произошла типичная для Доты катка. В команде был обижен на что-то человек, вымещающий всю злость на людей в интернете. Я решила сделать из этого нарезку, чтобы вы окунулись в этот чудесный мир Доты. Но заранее прошу покинуть это видео людей, у которых в лексиконе присутствуют слова «чел фактит», «так он по факту» и любые поддерживающие токсичность фразы. Всем остальным приятного просмотра! У меня 8 психических расстройств. Хороший мидер, да? Да. Мидер, а как ты такой длинный ник сделал? И мидер такой. Ты сейчас точно про мой ник? Лера, пользуйся лайфхаком. Такой вопрос, такой ответ. В чем прикол того, что ты отходишь, а пока ничего не делаешь? Типа, для чего? Сейчас внимательно записывайте, как делать не нужно. Если вдруг вам не понравилось, действуйте мейт, а то просто говорите. Уважаемый кто-то там, пожалуйста, не отходи от меня. Мне тяжело стоять одному. Все, изи, вы прекрасны. Но, к сожалению, мой тиммейт допустил самую главную ошибку, играя со мной. Можно я уйду с этого лайна и не буду им больше помогать? Сейчас можно. На легкой пачке. Для чего? Типа, видишь, пачка даже не пушится, ничего. Ты просто стоишь, а пока за мной. Для чего ты это делаешь? Goodbye. Мне кажется, ты уже в муте. Чепуха просто. Я не знаю, чего он сейчас этим добился, но я точно больше не хочу с ним стоять. Не, конченые, что хотите, то и делайте с ботом, я иду к вам четвертым, мне вообще насрать. А нам-то так не похуй. Типа это бред вообще. Го, внизу вдвоем постоим. Для чего он вообще делает эти мувы беспонятно? Держу в курсе, элосная мрази, это ненормальное обращение. Всем похуй на тебя, пока. Ты выкупаешь, я это начал говорить после того, как... У тебя есть микрофон, и ты используешь его, чтобы срать. О чем ты говоришь вообще? Заткнись, ну типа, ты несешь полнейший бред. Да ты нищета конченая, о чем ты говоришь вообще? Учись! Просто бесполезный, АПК бегает просто в двойке, о чем вы говорите? Чел, ты заебал ныть, у тебя больше других дел нету. Да заткнись, ты дура вообще конченая, без мозгов. О чем ты вообще смеешь мне что-то говорить? Чепуха конченая. Типичный кор. Сто раз поможешь, не заметят, один раз отошел, запомнят. Согласна. Честно, ладно бы он просто сказал мне: лич, пожалуйста, не отходи больше от меня, мне реально тяжело стоять. Я бы его услышала, я бы вернулась, больше такого не делала. Но когда чел вместо нормального общения, адекватного, говорит, что мы лесные помойки, ну типа, блядь, что я там после этого была? Должна сделать? Так, я опять стакну. Мидер, тут стаков из чего много у нас в тройке. Да не все их заберу я. Прям разоты, вы что, стаки делаете вдвоем, что ли? Типа, у одной мозгов не хватает сделать. И ведь проблема совсем не в том, как он обращается с людьми. Он на полном серьезе потом будет где-нибудь плакать в комментах. У меня, например... Блять, он книжку забрал. Ну, короче, я поняла. Чего постояла? Он на полном серьезе будет потом в комментах плакать, что ему девушка заруинила. Хотя все, что сейчас происходит, только от него зависит. И он сейчас, видите, он серьезно просто берет, пиздит книгу, зная, что она ему нахуй не нужна. Он просто это делает из-за того, что... Ну, типа, чтобы мне, например, хуже сделать. Я варды коплю, но не ставлю их. Для чего вы носите с собой варды в кармане? Типа, я только сказала. Подожди, что ты сказала, я прослушала. Я говорю, только сказала, варды ношу, но не ставлю. И тут чего-то отвезти. Ну типа, и как с вами по-другому общаться? Если вы конченые. А он не думал изначально нормально? Да, типа... отношений не было. Как правило, если ты изначально с человеком с добром, и он тебе тоже с добром, как бы. С говном, и он тебе с говном. Вроде все логично. Он не думает, что что-то пошло не так после его слов? Белка, не влияют на свет. Вопрос нахуй. А хули у тебя в ящике лежит 4 желтых варда? Ира, давай я тоже. Почему они не поставлены? Смотри, у нас карта вообще вся черная нахуй. Поставь варды, нахуй ты здесь бегаешь. Белка, ну ты заебала, блядь, поставь варды. Да. Привязка, да. Лич. Ты по-любому слышишь меня, в курсе, почему ты играешь. Ты сейчас страшный, как конь вообще. Обидно, да, такое слышать? Да, блин, капец, меня назвали страшную, боже, как я это переживу, жесть. Ты видишь свою аватарку, ну типа... Боже, капец, меня назвали страшной, боже, я не знаю, что мне делать. Ты же конкретное чучело. Блять, меня чучелом назвали, господи, за что? Маришка, держись. Понимаете, ваши мувы настолько тупые, но вы ставите в одной части карты 3 варда. Вы купаете? Ну, то есть...
Блять, у нас тупые мувы, ё-моё, сука, за что? Пожалуйста, не говори этого, не надо, блять. Боже, мне так плохо от твоих слов. Это мне Веща говорит. Нахуя три варда ставить в одной части карты, блять? Где он видит три варда? Там два варда в тройке, один вард у нас находится в лесу, и четвертый вард находится на небе. Они покупают варды, они стакаются, у них пять вардов у белки в кармане, хотя в максимум в стэше всего четыре, типа. Ты не ставь, они оба быкуют. Это тупая просто, то что ты не можешь банально поставить варды. Чепушила. Он загуглил оскорбление и пошел тестить. Да, он до этого не додумался внешность оскорбить. Сейчас, ну, загуглил, что можно еще так сделать, ультануть, так сказать. По больному ударить девочек же, если по внешности оскорбляешь, там, они могут заплакать, да. Он, в принципе, меня до слез довел. Нет, я, ребят, без Оскара, то есть это реально были слезы. И я реально заплакала. И жизнь, это было больно. Дота — это мир жестоких зверей. Да, да, это вообще жесть, конечно. Ой, Иля, ты что, им варды поставила? Там трое, четверо, блядь. Нет, я их для себя и для тебя. Они уже сломали, сняли. Ух, боже, слава богу, сняли вард. А то вообще еще с вардами были на карте, это вообще был бы кринж. Да. Просто прогулялись по вражескому лесу, ноль вардов вы поставили там, типа. Я хочу это учитывать как гордость, что мы поставили ноль вардов в лесу. В данной катке это гордость. Нормальные варты им поставил. Леги для дуэли будет, видно. Нет, хорошо? Ты что? Они все на правой, на нижней части, на вот этой. Вот ну, что за хуйня, три варда. И еще что-то вообще, ну, говорите мне. Для чего? Его не смущает, что мы молчим. Я не понимаю просто. Странный мальчик. Ну, белка, зачем ты это делаешь? Ебать, ты посмотри, у тебя пор, блядь, идет фармить пачку, ебан. А ты нахуй скиллы, ну... Типа для чего вообще что-то пытаться фармить, когда у тебя 11 левел? Шон, ты пизди. Я не знаю, я уже даже не вникаю. Я бы ради этого слила бы ему 20 ПТ-сика. Че, обязательно лайки закиньте? Да пошел ты, блядь, своими лагами. Я репорт закину. Согласна. Мне кажется, Тираблейд — это будущий вот этот самый родственник, который вот, ну, какая-то ссора произойдет, конфликт в семье, и он потом в другой комнате сам с собой разговаривает и жалуется. Кстати, да, возможно, есть такое. И думает, что все его услышат. Да, и всем не похуй, самое главное. Дурочки. Боже, он продолжает разговаривать. Ну и закончилось все очевидными двумя репортами за оскорбительное поведение. А на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не будьте токсиками и помните, что даже плохие игроки не заслуживают к себе такого отношения.